вот еще одна гоп-компания. Я вас дуже прошу, скажіть мені ще раз, чому ви мене зупинили? І я вам усі документи покажу, пред'являю. Будь ласка, шановний, я вас дуже прошу, скажіть ще раз, будь ласка, чому ви мене зупинили? Я вас дуже прошу, чому ви робите такі дії, шановний? Что делаете? Что вы делаете? Я вам злистный правопорушник. Алло, здравствуйте. Здесь, я извиняюсь, патрульная машина. У меня вытащила с машины водителя, и сейчас его скрутили. Можно вызвать полицию, пожалуйста? Окружная дорога, боже мой. Дальше видео обрывается, но зачем я вам это показал? Возможно, кто-то знает, с кем это происходило и т.д. и т.п., чтобы люди связались со мной, потому что вот этих вот тоже негодяев нужно наказывать. Девушка в Фейсбуке выложила это видео, но я писал ей в личку и под видео, и указывал на то, чтобы она со мной связалась. Хотел бы я эту ситуацию тоже более подробно разобрать, помочь возбудить уголовное дело против этих вот полицейских. Но тишина. Поэтому если, возможно, таким просто способом удастся достучаться до тех, кто в курсе вообще, что произошло вот в данной конкретной ситуации. Ну, там есть короткая история, но я не знаю, насколько она соответствует действительности. Вот. А все, что происходило, вот вы видели. Ну, опять, проникновение в авто. Сразу начинает ломать, ну, как бы наручники, и пошло-поехало. Так что, если кто в курсе, свяжите меня либо с данным водителем, либо с данной девушкой, постараюсь помочь. Пока. Кого-то зачекайся, мама не прийде. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути, таке бажане люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.